Давайте познакомимся. Так. Прошу. Вот, Леван Гогия. Фрукты, овощи и пластиковые окна. Да. Оригинально. А ты, уважаемый, кто? Аудитор. Кто? Аудитор. Ну, слушай, не хочешь, не говори. Я аудитор. А я тогда бим-ветер. Что, на поле чудес едете? Нет. Да. Что, хорошо? Что, повод есть? Чего? Хозяин! Ты что надо? Помоги толкнуть, увязли, хозяин! Вот тут, если с горки толкнуть, на второй передаче схватится и вы полетим. У тебя есть где позарядить аккумулятор? В баню есть. И снится нам не рокот космодрома. Опа, говорил, нету. Сектор приз. Так. Если выпадает сектор приз. Так. Хватит так-то тоже, а? Мы правила знаем, девочка. А не надо меня, пожалуйста, перебивать. Я ваш телевизор вообще не смотрю. Фу, а как ты живешь? Замуж надо. Может быть, телевизор и купил. Смотри, мать, не обижай. Вырастешь, пистолет тебе подарю. Стану генералом, куплю все балденини. Тебя тоже куплю. А мы, наверное, выпивать же что-нибудь будем. Безусловно. Да? А брау-дюрсо есть? Только майот шадон. Чего? Я предпочитаю брау-дюрсо, но давайте майот. Зачем вы полетели? Не хотел говорить. Закрываю вас. Эксперимент признан неудачным. Послезавтра потоп. Какой потоп? Всемирный. Собирайтесь, я отвезу вас на Центавра. Денег я тебе не дам. Мне инопланетяне сказали. Толя и Геннадий Илларионович прилетели, нас затопят. Лети один до следующей капельницы. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Это не Белочка, Белочка совсем по-другому ощущается. Славя мы 100 000... Бою солнце светит, Родина моя, прекрасен. Им же ресурсы наши нужны. Наша нефть, наш газ. Сомали, может быть, и не всплывет. Но мы всплывем точно.